Хотите приготовить быстрый, вкусный, аппетитный и полезный обед или ужин? А как вам идея сделать пасту с креветками и шпинатом? Отличный вариант на скорую руку для взрослых и детей. Запоминайте, шпинат в пасту можно использовать как свежий, так и замороженный. Кроме чеснока для аромата и вкуса можно обжарить небольшую луковицу. Будет очень вкусно. Сыр добавляйте любой, который вам по душе, но идеальный вариант – пармезан. Креветки – 200 грамм, спагетти – 100 грамм, шпинат – 1 пучок, сливочное масло – 20 грамм, сыр – 50 грамм, чеснок – 1 зубчик, соль – по вкусу, перец – по вкусу. Количество порций 2-4. Вот такие ингредиенты мы будем использовать. Креветки необходимо залить кипятком и оставить на 5 минут. После остудите их немного и очистите. Шпинат вымойте, обсушите и нарежьте. Параллельно поставьте на огонь кастрюлю с водой, доведите до кипения и отправьте вариться спагетти. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте измельченный чеснок и обжарьте буквально минутку. Очищенные креветки выложите на сковороду и обжарьте пару минут, помешивая. Добавьте шпинат. Через пару минут выложите на сковороду готовые спагетти. Присыпьте сверху все тертым сыром. Паста с креветками и шпинатом готова к подаче. Приятного аппетита!